Кипре есть такое аномальное место, аномальная зона. Так, муж еще раз показывает. Вот там гора. И катится в сторону горы. А, еще раз. Вот она катится в горку. Вот, она катится сама в горку. Нейтралка, пожалуйста. В гору едем. Представляете, машина сама. И она ускоряется еще больше. Главное, еще, главное то, что она еще ускоряется. Мы с вами еще в одном месте. Что-то мне как-то здесь нехорошо. Ботанический сад, ванная Афродиты. И что-то такое. Эвкалипты. Это эвкалипты здесь, да. Еще в горку. Мы и так на горе. Ах, аромат эвкалиптов. Там огромные, гигантские эвкалипты стояли. Там внизу гигантские деревья, и там что-то журчит вода. А мне плохо, я не понимаю. У меня как будто мы в самолете на высоте, и плющит мозги, простите. Как будто я никак ни ног не поднять, ничего не понимаю. И подташнивает плохо здесь. А, это рожковые деревья. Рожковые деревья. И вот там море. Может быть, это связано с высотой? Я не пойму. Какой-то пот холодный и черно перед глазами. Ой, боже, боже, где мы вообще? Где мы? Ой, деревца кажутся небольшие, на самом деле там дикая пропасть, они гигантские, это их макушки просто. Во, тут птичек смотрит, пойдемте. Джунгли какие-то, тропики. Боже мой. А что здесь птиц, где они? У меня ноги не отрываются, как будто здесь притяжение сильнее. Может быть, здесь сидеть, наверное, в этой... А, сидеть в будке? И смотреть на... А-а-а! Надо сидеть в этой будке и наблюдать там птиц. Там какой-то шум водопада, что ли? Ага, ну там Афродита, ванная эти. Нет, ванны они там. А-а-а, водопад? Справа. Водопад какой-то? Успех, же задыхаюсь. Потом не сядь на грязное, посмотри. Это не грязное, это цвет. Вот здесь вы наблюдаете за птицами. О боже, Кристина, как дети такое замечают? Боже мой. Главное, что здесь я не вижу ни одного человека, они куда-то все ушли. О, Господи. И тем не менее, здесь все как написано. О, куда-то. Юниперус, это можжевельник. Такой можжевельник называется Юниперус коммунис. Наш можжевельник. А это можжевельник Юниперус Фоэницея. Это разновидность можжевельника. Это вот. О, люди. Люди! Господи, я уже подумала, что мы где-то тут. Одни. Очень острые эти. Вот это эвкалипты, да ведь? Голые стволы. Из чего у нас веники вяжут. Это эвкалипт. Лысые стволы, посмотри. Коры нет, Кристина. Вот это эвкалипты. И пахнут они. Веники, лечение, там всякие капли добавляют. Вот это эвкалиптовое дерево. Листики у него длинненькие такие. Ага. Да, и вот такие эти ободранные стволы. Мальчик. Мальчик. Боже, ну джунгли все. Ой-ой!
Вот это да! Кристина, ты здесь фотографировала бы лучше. Джунгли. И куда-то туда уходит. Эвкалипт. Ну, невероятно. Куда ни поедешь, везде нечто. Ой, какая арка. Ванна Афродита. Да, купальня Афродита. Не питьевая. А не питьевая вода. Афродит и Адониса. С кем она встречалась? Вот этот? Дорожка Афродита и Адониса. Это перед кем она это самое? Как бы? Да. От кого она прикрывалась? Прикрывалась. Ванна Афродита. Дорожка Афродиты и Адониса. Пойдемте почувствуем себя героями древнегреческого, да. Вот здесь вот она ходила. Ну, джунгли, что ты тут скажешь? Друзья мои, я даже затрудняюсь вам сказать, где мы и что мы с вами тут. Это вообще, конечно. Или мне жарко, что я в джунглях, или что, мне как-то странно. Жарко, наверное, очень. Ступеньки, знаете, времен Афродиты тоже. Не реконструировались времен Афродиты. Все бы ничего, но когда камера в руках. Еще раз прошу заметить, что сейчас январь месяц 24-го года. Все, у меня вся мокрая, я не понимаю, влажность или что это?
Вот, здесь уже сделали ступеньки. Эвкалиптовая, как это правильно, тоже роща. Но точно не сад. Ой, мамочки, жарко. А льняная кофта на мне, я вся мокрая. Ну что ж, говорит, как будто придавливает к земле. Ой, непривычные мы ко всему этому. Ну, это невероятно, конечно, где мы находимся. Пахнет эвкалиптом, аж голова кружится. Какие-то кусты. Ой. Вась, тебе жарко? Да, ну не то, что жарко, но так скажем, не холодно точно. А я мокрая. А из-за влажности, да? Жарко. Крысина как-то вроде ничего. Да, ты хочешь сюда в июле? А в июле? Ой, что это? Альпиканит растут. В Эстонии это называется альпиканит. Я не знаю, как это по-русски. Машина. А где тут машина? Внизу где-то. Альпиканит. У нас такие в горшочках продают. Раньше все на юбилей дарили. Альпиканит. Вон их здесь сколько. Немыслимо. Скамеечка, так вот можно сидеть. И все. И глядеть. Это похоже на укроп. Пахнет не укропом. А это какое? Клубничное дерево. Ой, ой. Клубничное дерево, Вась. Зрелые плоды показать вам. Во-первых, очень сильно пачкает руку. Ягоды очень спелые и очень сладкие. Есть боюсь. Но как-то вроде и тут едят. В переводе Google дает земляничное дерево. Здесь очень много кто кушает, стоит, я смотрю. Вкусно. Пчелки. А может, калибри. Как вкусно. Нравится, конечно, вкусно, правда? Очень вкусное земляничное дерево. Очень вкусная. Особенно с земли. Вот очень вкусно. Да. Между прочим, земляника растет на деревьях. Не знали. Это похоже на укроп. Вот это. А там наши альпиканит растут в траве. Вот. Сиреневые. А как называется? Ну, по-русски я не знаю. Вот они, альпиканит. Они продаются в Каннике за очень дорого. Дарят всегда. Это не орхидея, нет? Тут, кстати, есть кипрская орхидея. Вот. Ой, здесь растет. Высота. Это вот здесь мы и поднимали. Здесь. О, боже. О, боже. А здесь под деревом можно купить сладкие мандарины или апельсины. 2 евро пакет. Деньги кладете в банку. Берете и идете. Как здесь необычно все. А, то же самое. Такие вот боксы. 2 евро. Банка опять ложите деньги. И все, идете. Какие вот эти красивые салатовые на концах. Рестораны, кафе. Ой, куст. Вот это кусты подстрижены как. Вы знаете, очень пахнет, если... Как будто лимонник. Да, бегу. Бегу.
Ой, какое кафе. О, божной вид, а? Гибиксус какой толстый. Никогда не видела с такими стволами гибиксусов. Море. Море. Ой, вот это да, боже. Какой цвет у воды? А, здесь и пляж, видимо, видишь, да? Лестнице, да. Так, смотри, спустись, ага. И на пляж. Я могу, кстати, у меня есть. А там камни такие, как ты лазить это будешь? Там. Ноги ломать. Это не так, это не пляж, да? Нет, это не пляж. Потрясающее место, необычайной красоты, и даже я не ожидала как-то, что здесь на Кипре может быть вот прямо настолько такой вот красивейший вид. Как-то все вроде ходишь, все уже понятно, что примерно здесь так, вот так, но любой шаг вправо, влево открываются новые вершины. Необычайно красиво, необычайно тепло и очень много впечатлений. Здесь прекрасный ресторан. Сейчас мы здесь посидим с видом на морюшко, на Средиземное море. Ой, слов у меня нет. Мы полны впечатлений. Знаете, как-то дышится легко все время. Как-то все стали здоровее, что ли, я не знаю, здесь. Мама прекрасно спит, я тоже прекрасно сплю. Обычно мне все там зашуршали, тут кто-то топнул. Я не спала плохо. Здесь у нас все спят, и потому что все время море, воздух, всякие зеленые салаты, всякая вкусная, там вино, наверное, делать свое. В общем, да. Отдых на Кипре зимой – это просто ну, прекрасный вариант. Прекрасно. А мне хочется сюда вернуться. Обычно я не люблю возвращаться на места второй раз. А сюда бы, наверное, вернулась. Кто знает. И стоим мы с вами тоже под эвкалиптом, но почему-то у него не лысый ствол. Но ведь листья эвкалипта. Так, ну а мы с вами в ресторанчик.